Так, презентация брызгалки перцовой, которую мы сконструировали для защиты от плохих людей. Вот, значит, брызгалка. В нее впаяли иглу от шприца. А это активное вещество. Его я получил, залив кипятком, значит, килограмма 3 острого перца пили-пили. Потом этот кипяток слил один раз. Снова его вскипятил и еще раз залил. Вот теперь у меня здесь, ну, она настолько острая, что просто капец. Так, а сейчас мы будем испытывать нашу защитную брызгалку. Понятно, что внутрь мы для испытаний залили воду. Как, значит, она работает? Снимаем. Можно я чуть-чуть уйду? Снимаем предохранитель. Да. Вот. Плохой человек у нас сегодня Дада. Вот он типа на меня нападает. А я ему вот так. А если, значит, и это не сработает, то мы его залили уже водой, и после этого еще так бам-бам. Вот такая чудесная перцовая брызгалка для самозащиты. Рекомендую.